Тест на интеллект, только 99% могут пройти. Вот это халява вообще. Если вы кликнули на это видео, то вас кто-то назвал дебилом, и вы хотите проверить, насколько это правда. Чё? Для таких, как вы, я придумал 5 загадок на интеллект и написал специальную шкалу интеллекта. 5 правильных ответов — это уровень нормального, здорового человека. 4 правильных ответа — это уровень человека с отклонениями. Должно быть, вас били в детстве, и не зря. 3 правильных ответа — это норма для детей, домашних животных и женщин. 2 правильных ответа, честно говоря, удивлен, что вы живы. 1 правильный ответ — вы полный долбоёб и идите нахуй. 0 правильных, ну уже само число говорит за меня. Загадка номер 1. Здесь вы должны определить, каким ножом убили человека. Советую хорошенько подумать и поставить на паузу. Так, это варианта 2. Либо этот нож в крови, либо он в кетчупе. Мне кажется, что это какое-то, ну, типа... Мне кажется, что это какая-то хитрая наёбка почему-то. Потому что вот, типа, он, скорее всего, просто резал мясо. Просто там, или кетчуп. Давайте попробуем ответить второй нож. Просто так, типа, я думаю, что второй. Потому что это с этим, с подковыркой. Мне кажется, что второй. Это точно нет, мне кажется, что второй. Итак, правильный ответ 2. Думаю, что это объяснять нечего. Ебать, сосать хуй, блядь! Вы должны определить спелый арбуз. Спелый арбуз, по нему надо постучать. Ну-ка, сейчас. Хуйня. Хуйня. Первый. Правильный ответ первый. По арбузу надо стучать, типа. Правильный ответ первый, первый арбуз самый спелый. Правильный ответ, арбуз потом на арбузе. Чё, блядь, я этот видос не смотрел ни разу, блядь? Что за хуйня, нахуй? Ебать, нихуя! Тут уже не так просто, ведь арбузы на первый взгляд одинаковые. Загадка номер 3. Тут вы должны определить, какой снеговик спиздил, внимание, картошку. Так, а как можно определить, что снеговик спиздил картошку? Я не знаю, блядь. Вот это я не знаю. Я не готовился, честное слово, блядь, вот прям, блядь, клянусь нахуй. Так, какой снеговик мог спиздить картошку? По какому принципу это можно определить вообще? Теоретически, картошку можно жарить на палках. Соответственно, нужно выбрать его руку. Ну, короче, у него руки-палки. Если насадить картошку на руку, это будет картошка на палке. Значит, блять, у него все палки одинаковые, сука. Бля, я думаю, что... Блядь, пусть будет второй, похуй, пусть будет второй. Тут все легко, стоит заглянуть только за спину, где снеговик под номером 3 и прятал картошку. Загадка номер 4. Отчего передознулась маленькая девочка? Осуждаю, блядь! Еблан, что ли? Варианты ответа. Соли, спиды, героин. Осуждаю, блядь, ебаный рот. Так, короче, вот это просто тут стоит для красоты. Я считаю, что соли. Но я осуждаю сразу, нахуй. Блять, что за залупа? Соли. Правильный ответ, спиды и соли. На полу лежит упаковка героина. Это означает, что соли и спиды уже в ней. А за девочку не переживайте, она и без этого словила райский приход. Загадка. Осуждаю, блять, это пиздец нахуй полный. Это пиздец нахуй полный. Осуждаю, но у меня уже 3 из 4 правильных. Ебать нормально. Номер 5. Какая змея ядовитая? Так, какая ядовитая? Блять, мне почему-то кажется, что черная. Объясню почему. Вторая, вот это самая первая ассоциация. Потому что самая первая ассоциация, это, ну типа желтая равно яд. Самая первая ассоциация. Значит, это не так. Это слишком невзрачно, ее никто не проголосует. Я думаю, что черная. Кто не знает, ядовитая змея — это гадюка. Ставьте лайк, кидайте это чего, блядь? Своим друзьям, чтобы они тоже проверили себя на интеллект. Можете еще подписаться на канал, чтобы... Так, хорошо, а сколько я правильных ответил? 3, да? А правильно... Не, подожди, гадюка... Сейчас посмотрю, у кого она цвета. Если гадюка черная, то я прав. Гадюка. Картинки. Ну вот, пожалуйста. Ну вот, пожалуйста. Гайк-дюка. Все, блядь. У меня правильных 4 из 5. А это значит что? 4 правильных ответа. Это уровень человека с отклонениями. Блядь, это... Сука, я ради чего старался, блядь? Должно быть, вас били в детстве. И не зря. Блядь, чего нахуй? Ты охуел, блядь? Я ради чего старался? Не, ну в детстве действительно били иногда, бывало, но, блядь.
Ты охуел, что ли, друг? Чё за хуйня, блядь?